Опа! Ну что ж, мы продолжаем проходить Need for Speed The Run. Надеюсь, на этот раз все будет четенько. Нам нужно добраться до, по-моему, до Чикаго, по-моему, нет. И что типа наподобие такого. Погнали, короче. Хорошо. Это ты. 911-й. Отдыхайте, мальчики. Да, есть. А он на Макларене. Гнида. Боже. Едь. Боже, какой я хорош. Просто я молодец. Они могут меня сейчас догнать. Причем спокойно. Но не... Да ладно, серьезно. Хорошо, по прямой панели. А там тип на Макларене был жесткий. Ну, мы нормально завершили. Хоть по количеству мы завершили. А нужно до Чикаго 50-м быть. Продолжаю. Продолжаем. Еще 12 нужно обойти. Машины.
это гром. Если что, это гром. А еще и босс. Если он отобьется, все кончено. Кто он? Ну давайте на этот раз машину поменяем. А тут вообще ассортимент не меняется? Или ассортимент поменяется? Господи. А в чем про. А в чем ра. Нет, все. А этот Porsche побыстрей. Давайте этот возьмем. Просто не знаю, в чем разница, но пофиг. Где он? А он срезать решил, мразь. Я тоже срежу. Класс! Не хочу перезапускать. Надеюсь, догоню. Найс. Ага, иди нахуй. Да я знаю, немножко неправильно, но по-другому никак. Побеждать этих гнид. Ой, блять.
Я заметил, что авария, ребят. Ладно, используем повтор. Полетаем. Конечно же, супер. Реально класс. А, мы завершили. Супер. Давай. Нам дадут тачки 5 уровня, но нет, или что, или ты будешь на Порше до конца игры ездить, или что? Ну что, что не заезжаю на заправку, понимаешь, что там калечные машины, которые, ну, не едут. Просто не едут. 4 повтора. Ну там переходить просто, ну, не было смысла. Боже, какой идиот. О, я увидел, что там можно срезать. Не. Я перезапускаю. Там увидел, что там можно срезать и думал срезать. Чтобы обогнать двоих. Но, судя по виду, не получилось. Еще 3 этапа. Что грязно, но по-другому никак. Ну не прыгай ты.
Что, гонщик? Почему? Есть! У меня газ не работает, ребят. Боже, у меня не работает газ. О, теперь работает, найс. Спасибо. Перед финишем прям. Прям перед финишем. У меня тупо перестала ехать машина, чтобы вы понимали просто в моменте. Что за бред? Это не в первый раз такое, типа, я не понимаю. Либо игра такая, ну, типа, потому что не едет. Просто не едет машина. Без понятия почему. Опять по новой. Все по новой. Что ж такое? Господи. Ута, ты что, повезло? Как же повезло мне только что. Ё-моё, как же ж повезло. 62. Трусятся, я вам говорю, у меня просто руки трусятся, я не знаю, что говорить. А та вышла, ну, капец. Делаешь тише игру, чтобы тебя было слышно, потому что так тебя не слышно. Поехали. Слышишь ты, гандон? Куда поехал? Да-да-да, ты, я с тобой общаюсь. Пошел нахуй. Ублюдина. Не, игра громкая, пиздец. Надо тише хотя бы здесь в наушниках себя сделать. Вот, так лучше. Да, Порше. Моя любимая машина, блядь.
марши. Надо обогнать этих уёбков. Тебе ещё у меня машина ехала, понял? Она ж не едет. Опа! Чиназес. Срежем. А, я знаю этот. Этот трос. Я пытался ее пройти, но не получалось. Оп! Чиназес. Пошел нахуй. Пошел нахуй. А как они меня обгоняют? Я вас понял. Машину менять не будем. И как мне этого гандона догнать? Ну смотрите, сейчас будет финиш. Ух ты. Оп, оп. И двоих осталось еще. Блять. Знаете, вот тут среагировать вообще ноль, потому что есть тут, ты не успеешь повернуть. Нет, нет, не-не-не-не-не. Все сначала, друг мой, сладкий. Сладкий друг, давай все сначала, потому что это реально пот. Это реально пот. Это реально пот. Блин, я почти двое осталось, двоих дебилов осталось обогнать, чтобы этот. Боже, а до Нью-Йорка еще три этапа. Ну, два, если не считать сам. Нью-Йорк этап. Четыре повтора использовал. Боже, дурак, а мог идеально пройти эту игру? Мог. Давай, грузись. Ну смотри, какой же шпедик, а. Чтоб не втыкал. Давай, 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 ставки. Хорошо, просто ни трошечка не трогаем. Опа. Оп. Ха-ха-ха, лох. Мы прямо поедем. Чтоб скорость держать. Еще солнце светит. Не-не-не. Ёпер СТ. Слава богу, что не авария, блядь. Я знаю, что заправочка есть. Хочу. Мне троих осталось еще обогнать, и все. Ох, это сейчас было бы дискотечно, я вам говорю. А что ж ты творишь-то, а? Ой, 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 нет, 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 ну нет! Боже, какие же пидорасы, а? Найс, 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 найс! Давай нитро, дебил! Блять, финиш уже. Ты что гонишь? Ну ладно, ну нет. Это бред. Блять, ну это пиздец какой-то.
Ребята, у меня сейчас жопа сгорит, я вам отвечаю. Я никак нитро не мог нажать, вы же понимали. Же... Я сейчас реально жопа сгорит. Сгорит жопа, я говорю. Следующая точка. Riverside Drive. Форт Аткинсон. Ви. Не знаю, ну типа у меня Porsche вроде нормальный по скорости, я не понимаю. А чё я тебе этих гандонов не догоняю? Клипстрим не мог, да ещё что-то. Не, ну ты гений мысли, блядь. А ёб твою мать! Вообще все обогнали, блядь. Ну смотри, блядь. Просто пиздец. Просто все. Почти все. Что у них под капотом? Скажите мне, пожалуйста. Теряйтесь, блядь, гандоны, сука. Твоих дебилов надо. Не едь на мою полосу. Ну, блядь, ты не трушечку решил использовать? Блядь, придурок, сука. Иди нахуй. Блядь. Нормально, 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 нормально. У меня тоже нитро есть. Ну, сука, ты посмотри, что у него под капотом, а? Это вроде бы корвет, да? Ну, пиздец, ты посмотри. Давай, давай, давай! Давай! Есть. Да. Сладенькие мои. 54-е место. О, господи.